18 тысяч российских семей улучшат жилищные условия в этом году. Все они получат социальные выплаты в рамках целевой программы «Жилище». Для этого только из федерального бюджета выделят более 3,5 миллиардов рублей. Таковы данные Минстроя страны. А сколько же в Якутии молодых семей нуждается в крыше над головой и как получить заветную субсидию? В эфире «Квадратный метр». Программа не только о строительстве. Смотрите сегодня. Одинаковые условия – два разных результата. Какую недвижимость можно приобрести с помощью подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»? Сколько молодых семей Якутии смогут улучшить жилищные условия в этом году и когда завершается действие подпрограммы? Гость «Квадратного метра» – руководитель отдела жилищной политики Минстроя Якутии Сергей Дмитриев. В Нижнем Бестяхе Мигна Кангаласского района сдали новый дом, а в Бердигестяхе Горного Улуса подсчитывают недоделки одного из подрядчиков. Все подробности в нашем материале. Земельный участок, частный дом и все необходимые коммуникации. Многодетная мать Алена Дордина смогла приобрести недвижимость не только с помощью ипотечного кредита. 2 года назад женщина стала участником подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей. Собрав все необходимые документы и получив субсидию, Алена и ее 3 сыновей справили Новый год в собственном доме. До этого приходилось арендовать жилье и постоянно переезжать с места на место. Деньги пошли на первоначальный взнос по ипотеке. При этом покупка квартиры даже не рассматривалась. У меня частный дом предпочтения. Это свой двор. Это возможность улучшения, как ты хочешь. Свои планировки любые. Можно гараж отстроить, дети гуляют. Не обязательно ходить с детьми. Если ты работаешь с утра до вечера, потом еще идти с детьми во дворе гулять, это надо время проводить. У меня 3 детей, это с ними это очень много времени занимает. Алена Печурканова тоже многодетная мать. 2 детей сейчас отдыхают у родственников в деревне. 3-й, самый младший, Тимур, с родителями. Печуркановы также стали участниками подпрограммы и выбрали именно покупку квартиры, ведь до этого жили с родителями в частном доме. О субсидии семья узнала из WhatsApp-рассылки. Встали в 2014-м в очередь и уже буквально через год отпраздновали новоселье. О таком быстром продвижении в списке не думали. Мы очень много квартир смотрели. И деревянные, и каменные. И вот нашли самый такой оптимальный вариант – 50 квадратов. Мне кажется, что нам повезло. Отметим, что на каждого члена семьи полагается минимум 9 квадратных метров. Размер субсидии по подпрограмме составляет до 35% от стоимости жилья. Естественно, в каждом районе Якутии цена квадратного метра разная. Например, если вы живете в Якутске, то размер субсидии, исходя из расчетной стоимости жилья, составит почти 1 миллион 200 тысяч рублей. Или возьмем Среднеколымск. Здесь выплата будет около 500 000. Если взглянуть на карту республики, то можно заметить, что в Якутске не самое большое количество получателей субсидии. 28 молодых семей столицы стоят в очереди на этот год. На первом месте Татинский район. Здесь 51 семья сможет улучшить жилищные условия в 2016-м. Одним из обязательных условий для участия в подпрограмме по обеспечению жильем молодых семей является наличие прописки. Регистрация в течение 5 лет не обязательна. То есть семья должна быть просто постоянно зарегистрирована. Молодые семьи обращаются по месту своей постоянной регистрации в органы местного самоуправления. То есть если семья зарегистрирована в городе Якутске, им нужно обратиться в департамент жилищных отношений города Якутска. Спустя почти год после долгожданного переезда наши героини не скрывают, что без подпрограммы они не смогли бы купить жилье. Слишком накладно. Цена квадратного метра высокая, а для ипотечного кредита нужен достаточный первоначальный взнос. Если бы не госпрограмма, то вообще бы лет 10, наверное, еще строились бы. К 40 годам, наверное, хоть что-нибудь да и там себе сделали бы, там комнатку где-нибудь, наверное. Цены же очень быстро растут. Накопить нереально в таких условиях. Вообще очень трудно было бы. Даже если бы мы пошли бы вот оформить ипотеку, мы бы этого не вынесли бы. Вот, то, что вот сертификат дали, это нам очень-очень помогло.
Не имеет значения, где вы хотите жить – в частном доме или квартире, в городе или поселке. Если появляется шанс на покупку недвижимости, то его нужно использовать. Для начала можно стать участником одной из госпрограмм и просто встать в очередь, как сделали наши героини. Сергей Викторович, в прошлом выпуске министр строительного комплекса Якутии Вера Кузакова сказала, что самая высокая потребность в жилье у молодых семей. Вопрос, почему? Ведь в республике же действует множество программ как раз по поддержке молодых семей. Ну, во-первых, молодые семьи, они обычно, когда организовываются, они имеют собственное жилье практически. Практически в 100%. Во-вторых, у нас на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий находится более 5200 молодых семей. Из них порядка 3258, да, подали заявление на участие под программу именно обеспечения жильем молодых семей. Ежегодно у нас с 2010 года где-то реализуют свое право по 400-500, а в 2014 году даже 603 семьи было. Но она полностью, конечно, не перекрывает потребность предоставления жилья именно этой категории граждан. Ну, подробнее поговорим о подпрограмме обеспечения жильем молодых семей. Кто конкретно попадает под эту категорию? Ну, подпрограмму может принять участие молодая семья, возраст каждого из супругов, которая является меньше 35 лет. Может быть также неполная семья, но это мать с ребенком или отец с ребенком тоже, возраст которого является меньше 35 лет. Также семья должна обладать достаточными доходами, потому что погашается только до 35% от стоимости квартиры расчетной. Поэтому должна обладать достаточным доходом для покрытия оставшейся части стоимости, либо привлечения кредитных средств. И тут сразу возникает вопрос, а вот деньги можно потратить на покупку любого вида жилья? Ну, ШИФ предусмотрен на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья на вторичном рынке и также на оплату договора подряда при строительстве индивидуального жилья, ну и также на оплату кредитного ипотечного договора. В правилах предусмотрено приобретение жилья на первичном рынке, да, но через специализированную организацию. Вот, к сожалению, Минстрой России до сих пор еще не выработал критерий к определению именно вот этой специализированной организации. Поэтому пока у нас первичный рынок для молодых семей недоступен. А как происходит формирование списков участников подпрограммы? Кто конкретно этим занимается? Ну, для участия в подпрограмме молодая семья должна подать заявление в органы местного самоуправления. А органы местного самоуправления, в свою очередь, формируют сводный список по району и отправляют нам до 1 сентября текущего года. На следующий плановый период. Муниципалитет у нас выделяет практически одинаковые средства с республиканским бюджетом на софинансирование реализации мероприятий. И распределение средств государственного бюджета напрямую зависит от объема финансирования муниципального бюджета. А сформирован ли список молодых семей, которые получат денежную выплату в этом году, и что делать другим желающим? Список на этот год, он был, в принципе, сформирован, желающих принять участие, был сформирован в декабре прошлого года и был усечен, так скажем так, под объем средств, которые у нас предусмотрены под эти мероприятия. На этот год у нас это 392 семьи. Вот именно движение внутри вот этого списка, да, 392 семьи, это, конечно, не константа. Некоторые могут отказаться, не найти средств, допустим, на оплату. И вот на замену данных граждан уже идет из общего сводного списка, который был утвержден еще в декабре. То есть новые люди с новыми заявлениями туда попасть не могут. Ну и последний вопрос. В прошлом году почти 500 семей смогли улучшить жилищные условия. В этом году, как вы сказали, 392 семьи получат поддержку. Плюс еще в следующем году будет формирование списка. А вообще, когда завершается подпрограмма ее действия? Нет, ну поддержка, во-первых, молодая семья – это очень такая категория граждан экономически активных, поэтому очень поддержка государства, она всегда будет направлена и на молодые семьи. Так что это у нас как бы сам период реализации госпрограммы 2019 годом ограничивается, но она будет дальше все равно продолжаться, и эта подпрограмма, скорее всего, будет обязательно включена в следующую
госпрограмму. 12 семей из Нижнего Бестяха, Мегина, Кангаласского района стали обладателями ключей от новых квартир. Они попали под действие программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Живу в Бестяхе 72-го года. Можно сказать, прошла вся жизнь здесь, выросли дети. И вот я, конечно, очень благодарна, что мы теперь будем жить в благоустроенном, комфортабельном жилье. Многоквартирный жилой дом построен за один год. Первая свая была забита в июне 2015-го. Подрядчиком выступает компания «Авангард». Предприятие имеет безупречную репутацию. «Авангарда» – это уже шестой дом. По программе переселения из ветхого и аварийного жилфонда в Мегино-Кангаласском улусе мы работаем с 2009 года. Первый дом возвели в селе Павловск в Нижнем Бестяхе, вот уже третий дом построили. Обратная ситуация складывается в Бердикистяхе Горного района. По той же программе в феврале 2015-го были сданы два многоквартирных дома. Застройщиком выступила компания «Венц Плюс». Этой весной начала обваливаться штукатурка. На балконах появились огромные трещины. На минувшей неделе проблемные дома посетили представители Минстроя Якутии и надзорных органов. Раскрытие трещин достаточно широкое идет. Ну и надо делать усиление, как бы будем разрабатывать. Ну что-то тут получается, какой-то сдвиг произошел, видимо, при строительстве или позже. В данное время администрация муниципалитета как заказчик работает с подрядной организацией, чтобы устранить все замечания. Сейчас комиссия должна оценить, либо подрядчик делает, значит, где-то косметические моменты устраняет, либо, возможно, нужно будет здесь сделать какое-то усиление. Мы проверяем замеры температур, качество контроля, как мерзлота себя ведет. Вот, ну, комплексно просто посмотреть дома. С начала этого года соцвыплаты уже получили 4000 семей, которые являются участниками подпрограммы обеспечения жильем молодых семей. Как отметил глава Минстроя России Михаил Мень, основной объем выдачи сертификатов традиционно приходится на второе полугодие. Но, к сожалению, потребность в доступных квадратных метрах сохраняется. Остается надеяться, что после 2020 года финансирование программы не прекратится. Вероятность этого высокая, ведь ФЦП «Жилище» началось в 2002 году и первоначально должна была завершиться еще 6 лет назад. Вы смотрели «Квадратный метр». До свидания.